В подмосковном Одинцово ушел из жизни двукратный чемпион мира, единственный в Чувашии олимпийский чемпион по лыжным гонкам Владимир Воронков. Ему было 74 года. Звездный статус не изменил характер уроженца села Тугаева Комсомольского района. Владимир Петрович оставался светлым и открытым человеком, посвятившим свою жизнь развитию спорта высших достижений и массовой физической культуры. Больше 10 лет он выступал в составе сборной Советского Союза по лыжным гонкам. В 72 году на мужской эстафете в Саппоро выиграл олимпийское золото. По завершении спортивной карьеры работал тренером в спортивном клубе Советской Армии. На малой родине Владимир Воронков был частым гостем, общался с воспитанниками Канашской детско-юношеской спортивной школы, которая с 2012 года носит его имя. Неоднократно его приглашали стать главным судьей республиканского этапа лыжни России. Пришло время.